Всем привет, друзья! С вами Малфой. Второй выпуск о дальнобое, поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В этом видео я расскажу вам, как вообще дальнобоиться на 20-х скиллах, какой заработок и кое-что еще. Ну, начнем с первого. Быстро ли качается скилл? Без бустов, ну так сказать, тяжко. Нужно совершить около 20 перевозок, чтобы перейти с 20 на 21 скилл. И с каждым скиллом все сложнее и сложнее. Все больше и больше перевозок. Но поверьте, это того стоит. Фура 30 скилла. Это просто наслаждение. Пс, я как раз прокачиваю потихоньку 30 скилл. Теперь о заработке. Сколько же зарабатывают дальнобойщики на 20 скиллах? Логично, что все зависит от цен. Если дальнобоить на сбитых ценах, то заработок в час может быть от 30к и выше. Вот вам доказательство. 34к за час. Неплохо. Притом, учитывая то, что цены были ужасно сбиты. 36к за час. Учитывая то, что я возил грузы только в СФ. То есть просто катал на скилл и все равно выходил в плюс. 64к за час. Катал все грузы в ЛС. Решил целый час катать на прибыль, поэтому и получился такой большой заработок. Ну, в среднем на 20-х скиллах вы будете иметь 40к в час. Так как это будни дальнобойщика, хочу показать вам пару забавных моментов из моей работы. Все моменты вырезаны со стримов, поэтому качество такое себе. Я себе спокойно дальнобоил, и тут встречаются мне такие два кадра. Два гражданских на скутере грабят меня. Несмотря на то, что можно грабить минимум в 3 рыла, несмотря на то, что можно грабить только лидирующим бандам или байкерам, я не возникал по этому поводу. Если бы я начал возиться, писать админам, они бы меня просто задемили. И ББ фура, и груз. Поэтому лучше дать 5к и поехать себе дальше. У тебя проехал, пока. Они за тобой, они за тобой! Пошли. Шата. Петухи. На скутере грабят, блин. Грабят. Тот же стрим, но еще более забавная ситуация. Думаю, те, кто играет на Революшене, хоть раз видели эти бело-синие булки. Так вот, это оказывается псевдогруппировка MC13, или как там, я точно не знаю. Но суть в том, что я сколько не дальнобоил, их видел. Но они никогда меня не грабили. Но этот раз, видимо, стал исключением. Я остановился, уже хотел платить им бабки, но увидел, что между моими подписчиками и этими пациками на булках перестрелка. Я как сверхразум подумал, что у меня выйдет удачно свалить, но не тут-то было. Минус 15к за фуру и минус 15к за груз. Эта ситуация произошла в конце ночного стрима. Я думал по-быстрому залететь в карьер, потому что там была хорошая цена, и решил поехать напрямую, но не заметил султана. И произошло, мягко говоря, ДТП. Да, я знаю, что я был неправ, и тип нарушил ПДД. Бла-бла-бла. Но эти обезьянки сразу же начали меня дэмить. Думал, они меня пожалеют, ага, хрен там. Ну думаю, ладно, главное, чтобы фура сохранилась. Сейчас вернусь и опять дальнобоить. Ага, старый добрый сам ПРП. Просто минус жопа. Эх, как я обожаю этот карьер. Ну вы сейчас по-любому подумали, ну раз карьер, значит сейчас будет сальто. Но нет, увы, не сегодня. Я себе просто ехал с карьера, тут бац, мой груз спавнится. Я благодарен администрации, что они сделали такую возможность, что можно заспавнить свой груз. До обновления у меня бы пука на такой ситуации бы сгорел бы полностью. Ну заспавнился случайно, всякое бывает. Еду второй раз, опять заспавнился. Я честно говоря не знаю, что это такое было вообще. Но позже я выехал другим путем с карьера, и все было норм. Не знаю почему, но мне показался этот летающий таксист забавным. Учитывая то, что особо-то и никому он не навредил. И главное, что он летал, когда админы были в сети. Сразу же после читера я мчался на Уголь-1, ибо там хорошая цена. Думал, на встречку выйду и так быстрее доеду. Но я же победитель по жизни, нарвался на копов. Я не хотел терять фуру, думаю, заплачу штраф, да и все. Но о чудо, полицай просто пускает меня. Вот так вот мне повезло. И такое бывает. Как обычно, дальнобоил, приехали бандосы, без масок, вдвоем, хотя напоминаю, грабить можно минимум, в 3 рыла. Без какой-либо отыгровки, учитывая то, что я был без прицепа. И гони 10к. Хотя на форуме сам ПРП есть прайс-лист для грабителей. Для моей фуры максимум можно грабить на 6к. Я начал возникать, и меня тупо задемил один бандос. Но я не сильно пригорел, я просто вернулся и взял фуру, и дальше продолжал себе дальнобоить. Дальнобою, дальнобою, хочу выехать с карьера. Засмотрелся на чат и... Интеримо ад апаре Ториме.
Думал ГГ, но все же обошлось. И еще забавная ситуация. Время от времени, чтобы отдохнуть от дальнобоя, мы свернули из МКТайм на дерби. Не буду ничего говорить, просто смотрите. Давай. Можно же багом АФК, короче, его это, долбить. Подожди, я еще попробую разгон взять. Тихо, помоги. Я не хочу слететь. Давай. Толкай. Да меня толкай. Понял. Давай. Толкай. Не перестарайся! Я благодарен тебе за просмотр данного видео. Еще увидимся.